Итак, возвращаясь к вопросу об отцах и детях, вот, и супруге Тиграна. Ситуация. Тигран с Юлей расстались, больше живой. Тургенева не хватает. У Юли с Тиграном есть общие дети. У Юли обида на Тиграна, всячески, которая показывает и так далее, все об этом знают. Так как дети живут с Юлей, она настраивает детей против него, потому что у Юли обида на Тиграна. И решение проблемы здесь не в том, чтобы Тигран извинился, ему не за что извиняться, там, да, перед детьми, там, перед Юлей, вот сейчас пока на данном этапе, просто запомните эту мысль. Ему не надо какие-то действия делать, потому что они будут безрезультатными. Если Юля увидит, что после встречи с Тиграном дети что-то как-то поменяли, какое-то мнение, она еще больше приложит усилий для того, чтобы настроить и изменить отношения, да, чтобы опять поссорить, как бы, да, изменить вектор. Решение проблемы решит, первое, в том, чтобы незаинтересованное лицо, то есть психолог, донес до Юли, да, то, что им нужно решить эту проблему с Тиграном, когда она будет готова. Обиды прорабатываются, каждый берет ответственность за свои действия, потому что в отношениях виноваты оба. Теперь, после этого, когда они решат этот личностный конфликт, ячейка, дети приглашаются на беседу и составляется разговор, в котором итог будет то, что мама признает, что она была не права, что нельзя так говорить про отца, это объективно. Дети во всей этой терапии понимают, что они были настроены, да, что у них появляется чувство, как бы там стыды, вина, как бы, да, вины, да, но это как бы ложное, потому что им это было навязано, они как пластилины из них слепили. И у них автоматически просыпается чувство к отцу и на осознание того, что вся эта ситуация была создана искусственно против папы. Они приходят к общему знаменателю, и вот этот треугольник, Тигран, родители, Юля. Они, как взрослые родители, начинают взаимодействовать, признаются ошибки, там, возможно, с Тиграна стороны перед детьми и перед Юлей, да, то, чтобы дети тоже слышали. Перед Юлей признают какие-то ошибки перед Тиграном, дети это слышат, понимают, что родители оба были неправы, и на этом можно будет строить уже взаимоотношения такие и здоровые. Вот, чтобы подытожить, скажи, для чего это все делается? Чтобы мой авторитет... Да, в конце, конечно, да, из-за того, что настроены были дети из-за обид Юли, да, получается то, что в отношениях важны и мама, и папа. Мама там за одно отвечает, папа авторитет другое. Да, и ценности после вот этого всего разговора вкладываются в детей, они это понимают, и уже дальнейшая работа производится дальше отдельно с детьми, чтобы они не травмированными не пошли во взрослую жизнь. Вот так. Спасибо.